Забор возле речного вокзала начали убирать. Теперь красноярцы могут любоваться фасадом со стороны левобережной набережной. Сейчас в здании расположен бизнес-центр «Речной». Внутри реставрацию завершили 2 года назад. Однако лестницы от вокзала к набережной нуждались в ремонте. Как рассказал собственник, сначала здание проверят инспекторы стройнадзора, а затем служба по охране памятников культурного наследия. Мы завершили все работы по реконструкции и реставрации южной лестницы. Пока еще верхняя часть не открыта, но набережную мы освобождаем.